субботу в Самарской области будет ясная и малооблачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем 21-26 градусов тепла. Ночью 16-18 выше 0. В Сызрани ясно. Утром возможен небольшой дождь. Днем плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем плюс 24, ночью 18 градусов выше 0. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, пройдет небольшой дождь. В дневное время плюс 23, ночью 17 градусов выше 0. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Температура воды в реке Волга 20 градусов. Геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.